Ходят слухи, что на самом деле им управляет метла. Всем привет, с вами Денис на канале DGM. И сегодня мы рассматриваем новую игрушку. Не так давно вышла — Кошачий приют. Это релакс игра для чисто отдыха и расслаблений. Погнали, друзья. Привет, вы пришли отдохнуть? Да, я пришел расслабиться. Это место, где вы можете отдохнуть, когда устали. Давайте вдохнем новую жизнь в это пустое место. Давайте, нажмите на кнопку ниже. Так, вот слева кнопочка, дерево какое-то тут. Так, давайте установим фонарь. Давайте установим фонарь. Вау, у нас есть фонарь. Отлично, созданный здесь ландшафт дает вам одно сердце через определенные промежутки времени. Окей. Так, давайте поставим уровень до 5, используя созданные сердца. Давай. Так, вот тут можно 1, 2, 3, 5. Хорошо, отлично. Вы также можете призвать малыша, используя это сердце. Давайте призовем малыша. Я вам разрешаю это сделать, не тратя сердце, раз вы тут впервые. Первый раз появился. Что надо делать? Нажмите на кнопку. Кошак у нас есть. Нажимаем на кнопочку. Что тут у нас? Сердце 0. Призываем первый код. К вам пришел этот милый малыш. Майкл от Бриз Приюта. Легендарный кот, который когда-то был символом эпохи. Его шикарная походка и еще что-то. У них есть специальная способность благословения. Кажется, он хочет дать вам звезду. Пусть даст. Кот, заберите звезду, нажав на нее. Так, это вот куда-то... вон у меня сзади, сзади меня. Вон он, видишь? Я на него пытаюсь нажать на него. Кошак не дает мне нифига, он куда-то ушел. Вон, звезда появилась. Нажал на нее, все. Собирайте звезды, вы можете повысить благословение. Так, вон там еще одна. Вы собираете достаточно, нажмите на кнопку ниже. Окей. Так, что мы можем? Воздушный шар мы можем сделать. Нажмите на вкладку справа, чтобы перейти в меню благословения. Нажимаем. Так. Нажмите кнопку выше уровня, чтобы повысить его. Окей. Повышение уровня благословения. Теперь вы можете собирать больше сердец одновременно. Хорошо. Повышая уровень благословения, вы можете изучить улучшения для развития приютов. Окей. Нажав на облако диалога с восклицательным знаком, вы можете поиграть в игры с малышом. Хорошо. Я хочу поиграть. Ой, подождите, кажется, он хочет что-то сказать. Так. Хотите рассказать ему о вашем сегодняшнем настроении? Так, это вот он. Я грустно, устал, хорошо. Хорошее у нас настроение, всегда хорошее. Хорошее, правда? Я тоже рад вас видеть. Так, что вы хотите сегодня услышать? Ваша радость, моя радость. Я всегда вам благодарен. Написать напрямую. Я всегда вам благодарен. Спасибо за то, что поделились своими чувствами. Надеюсь, вам станет немного лучше. Отлично. Это будет записано в дневнике. Окей. Так, опять. Хотите посмотреть это в дневнике? Давай посмотрим. Вон вверху появился дневник. Так, вот это сегодняшнее число. Вы можете посмотреть свое настроение и фразу, которую хотели услышать. Или может их отредактировать? Вы также можете записать что-нибудь в дневник. Не стесняйтесь, он личный. На этом учение заканчивается. Сделайте это место еще красивее с вашими малышами. Хорошо. Давай, первый день. Подтвердить, награды нам дали. Разблокировать входной пропуск. Пока не надо ничем. Видите ваше имя? Окей. Давай, просто Денис я веду. Подтвердить. Подтвердил. Денис, сэр, отдохните здесь. С удовольствием. Давай нажмем на вот эту. Вот, на сердечки нажимаю я. На кошака, который сзади идет, нажал. Он сзади меня выходит. Видишь, ходит лунной походкой. Так, а могу я еще призвать кота? 2 и 4. Мне призвать малышей. Можно? В сапоги. Караба. Бриз приют. Кошка, которая может пойти куда угодно, всего в одной паре обуви. Никто не знает, откуда его взяли эти клевые сапоги. Ну, прикольно, чё. Так, получен новый малыш. Подтвердите, я молодец. Так, фонарь — это мало. Давай еще ландшафт посмотрим.
Воздушный шар. 400 у нас есть? Да, у нас есть. Воздушный шар. Воздушный шар. Так, добавили новый контент, доступен магазин. Хорошо, воздушный шар перенесло ветром. Воздушный шар регулярно приносит подарки. Кайфово. Кошак хочет что-то сказать, нажимаем. Посмотрите на малыша. Ему нравится смотреть вам в глаза. Подтвердить. Отлично. Что он хочет сказать? Я всегда вам благодарен. Какой милый малыш. Так, а второй, куда делся второй чувак? Так, что мы еще можем сделать? Жизнь мы можем сделать. Давай, жизнь, это дерево. Сзади меня вот появилось. Выросли деревья и трава. Наверное, из-за визита друга. Хотя листья еще, кажется, не до конца распустились. Ну, будем надеяться. Так, я на них нажимаю. Вот, мне дают кучу-кучу наград. Так, что у нас еще есть сзади меня? Так, воздушный шар мы сделали. Мы можем еще цветок за 20 тысяч, но нам не хватает. Вот, хватает. Цветок, давай. Бабах, цветы появились. Цветок. После долгого ожидания на деревьях распустились листья, а в траве зацвели красивые цветы. Могли бы вы представить, что это место? Что это место? Просто непонятно как-то. Перевод! Кошак, нажимаю на него, он такой, что он скажет? Привет, рада вас видеть, привет. И я рад тебя видеть. Так, куда мы можем еще? А еще мы можем 96 тысяч. Каких малышей вы хотите вырастить? Призвать. Давай призовем еще. О, художник. Боб. Бриз, привет. Кот, у которого всегда с собой кисточки. Он очень любит свои картины и никогда их не продаст. Независимо от цены. Боб молодец, художник. Художник Боб. Опять он за меня уходит. Да что ж такое? Так, мы можем улучшать здесь уровни, я так понимаю. И тогда... О, мы можем еще бабочку сделать. Давай сделаем бабочку с тобой. Бабочка, а где она появилась? Так, бабочка. Красивые бабочки слетелись посмотреть на яркие цвета. Малыши довольны. Надеюсь, вам это нравится. Мне все нравится. Ух ты, завершите созвездие, собирая звезды. Ваша звезда смотрит на вас сверху. Давай вот так, так. Так, так и вот так. Вау! Как клево. Это чисто релакс, реально. Чистый релакс. Так, я всегда вам благодарен. Спасибо. Так, что у нас еще может? Что мы можем сделать еще? Мы можем здесь, я так понимаю, улучшать. Видишь, у нас левел везде. Тут только пятый. А вот воздушный шар, жизнь. Давай улучшим жизнь. Успешно улучшила жизнь. Давай улучшим цветок. И получается, когда я все это улучшаю, они быстрее приносят нам еще сердечки. Видишь, я прокачиваю максимально, вот. Прокачал до 30 уровня. Вот, вот, все, я прокачал на максимум. Так, давай нажмем на этого кошака. Получили очки. Привет, рада вас видеть. Ну, в общем, они говорят одно и то же. Так, нам надо прокачаться, знаешь, до чего? Мы еще должны сделать с тобой мельницу. Она 8,5B. Ждем пока это... А, подожди, а благословение у нас есть. Можем его улучшить? 15,3, а у нас 14. Да, можем. А, 15, у нас 14. Что это я думаю? А я думаю, что такое? Почему нельзя, думаю? Так, а с приюта кота 3,8B. Давай немножко подождем и улучшим еще, чтобы все было прям круто. Так, я нажал на воздушный шар, и он улетел вверх и прилетел желтый шарик прилетел. Так, я собираю очки, собираю все-все-все, нажимаю в течение 3 минут суперзвезду в дорогу. В течение 3 минут автоматический сбор звезд, скорость зарабатывания звезд x5, скорость производства звезд x2. Скипнуть, есть, улетел шарик, должен новый прилететь по идее. Где шар? Шар ждем. Так, мы можем благословение уже сделать. Вот так вот, подтвердить. Отлично, отлично. Ландшафт. Мы можем мельницу сделать. Давай с тобой сделаем мельницу. Вон у нас сзади появилась клевая. Мельница построена. Я вижу, как дует ветер. Когда я смотрю на мельницу, время летит так быстро. Чистый такой релакс. Вон они все мне плюсики дают. Так, я могу кота вроде как сделать, да? Но призвать малыша. Давай призовем. Ух, девочка-кошечка. Худи. Кот, который идет его красный капюшон. Ходят слухи, что иногда из его корзины можно услышать глухой рык. Подтвердить.
Глухой рык. Так, о, коситесь экрана, когда линия точно совпадает с сердцем. Давай так. Опа, есть, круто. Подтвердил, замечательно. У нас вон сколько всего клевого растет. Что еще можно? Хижина. Хижина прям очень дорого стоит. Но мы сейчас прокачаем, давай мельницу прокачаем. Все попрокачиваем, чтобы у нас было прям много всего. И мы могли уже сделать с тобой сегодня еще и хижину. Вот, все прокачиваем, прокачиваем, релаксируем. Так, ниже. Так, благословение мы можем прокачать. Отлично, и еще раз прокачаем. Вообще замечательно. Вообще замечательно мы прокачали. Короче, это релакс такой прям. Вот прям красивый-красивый. Нажимая сердечки, смотришь на котов. Что-то происходит, что-то растет, что-то гармонично. У нас справа за мной есть магазин. Ну, тут можно еще за сердце покупать, смотри. Всякие приколюхи. Приколюхи можно. Деньги покупать, премиум покупать и всяких животных. Так. Я всегда вам благодарен. То же самое. Говорит, о, сзади меня можно нарисовать. Давай, созвездие, созвездие рисуем. Ага, обезьянка получилась. Награда подтвердить. Замечательно как. Ну что, мы можем еще одного малыша призвать. Давай призовем. О, он будет поливать. Юфи, кот, который всегда счастлив. Он радостно слоняется по деревне и делится своими счастливыми... счастьем с другими. Клевый кот. Кошак, у нас так много всего. У нас так много всего. Прикольно, всегда вам благодарен. Так, нажимаем. Давай, полетел воздушный шар. Что мы можем? Мы хотели еще хижину с тобой сделать. Мы можем ее сделать. Справа появляется хижина. Хижина построена, она выглядит уютно. Если малышам захочется отдохнуть. Что там внутри? Интересно, что внутри. Я ничего не могу на нее нажимать. Я получаю только очки всякие. Всякие. Можно еще, смотри, что. Вот, нажимаем. Гладьте чаще и лопайте шарики. Пора поиграть с малышом. Нажимаем, нажимаем, нажимаем. Бабах! Успех! Отлично, 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 отлично. Здесь еще можно заходить, смотри, управление слева. И каждого кота, вот у них уровни, да, увеличиваются. Нажимаем, например, на Юфи. Можно реплики, вот, например, вот эту можно какую-то поставить, что он может нам говорить. Истории пока закрыты, у малышей открываются. Внешний вид можно также менять, видишь? Пучок меха можно получать за ежегодный заход в игру в события. Отлично, отлично, интересно, прикольно. Прикольненько все тут у нас все больше, больше и больше. А что следующее? Почтовый ящик мы можем еще в будущем сделать. Класс. Итак, друзья, у нас Майкл улучшился, второй уровень у него, и мы можем посмотреть историю, послушать историю малыша. Давай. Майкл, кот, который часто проводил время за кулисами, он знал сцену лучше всех остальных котов. Ну да, он такой, именно так, на сцене жизни всегда герой. Да, прикольно. И мы можем еще одного котика пригласить. О, киса Мэй, кот, который нравится уборка и работа по дому. Когда он выпускает из лап метлу, то почти не двигается. Так что ходят слухи, что на самом деле им управляет метла. В общем, вот такая вот релакс-игра. В целом, такая игрушка, друзья, если устали от войны, стрельбы, каких-то там головокружительных приключений, хотите просто прийти и насладиться классной музыкой и общением с кошечками, эта игра точно вам подойдет. Понравилось видео? Лайк, подписка, колокольчик, чтобы не пропустить следующий стрим, обзор, прохождение летсплея, подписывайся на все социальные сети, все ссылочки будут в описании. Все у тебя самого наилучшего, до встречи, пока!